2014 года в соответствии с семейным кодексом Российской Федерации зарегистрирован брак граждан России. Поимовлено Олега Александровича и Ивановой Анастасии Валерьевны. По вашему взаимному согласию вам присваивается общая фамилия. Поимовлены Олег и Анастасия. Отныне вы муж и жена. When I wake up, she pours coffee in my cup. After long nights with my friends, she's the one to tidy up. She loves me, oh yeah, she does. She loves me, oh yeah, she does. She pulls a glass of water just to quench my thirst. Puts on my favorite TV show because she knows we'll be dreaming first. Ooh, she loves me, oh yeah, she dies. Hey, oh, 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 oh. She loves me, oh yeah, she dies. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going. Whatever you do, I will be right here waiting.
Хочу, чтобы вы были всегда для друга самыми красивыми, самыми любимыми, самыми здоровыми, а самое главное, значит, самыми счастливыми. И пусть у вас будет все так, как вы задумываете. Почему не могу избавиться от мысли? Почему мне так понравилось, ударила любовь по голове? А почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать. Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно. И почему-то грустно. Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно. И почему-то грустно. Почему мне стало не хватать тебя? Я думал, это не всерьез. А теперь я не могу прожить и дня. Это перегруз, это передоз. Ну почему? Переключиться совсем не могу. Просто тону, иду я ко дну. Хочу лишь тебя, я одну. Ну почему? Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно. И почему-то грустно. Наверное, потому что все это мое чувство одновременно радостно. И почему-то грустно. Почему не могу избавиться от мысли о тебе? Почему мне так понравилось, ударила любовь по голове? А почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать. Спасибо, что ты у меня есть. Тебя очень люблю.